Все, настроились, записываем. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале RusFPS, и сегодня у нас... Что? Правильно, сейчас вы узнаете. В общем, ну вы уже догадались по названию, но я вам скажу сейчас. В общем, превозмогая порывистый ветер, жуткий холод, я добрался до... Профи 3. А когда добираешься до Профи 3, открывается равная игра на Любитель 3. И, как вы уже поняли... Сегодня у нас будет состав по дефолту. Что значит по дефолту? Это значит, ну, по автомату, автономно, так скажем. И еще можно назвать это по умолчанию. Вот. На самом деле у меня по умолчанию был намного другой состав, но такой состав можно назвать по умолчанию, потому что таким составом играет большинство игроков в режиме равная игра. Ну, познакомься с ним. Вот сейчас пафосная музыка включается. Лох! Россати на воротах на самом деле так себе. Барнес, Дефрел, Турам — это лучшие игроки. Вегнам, Джоа, Карлос и его. Его тоже топчик. Норвуд, Гомес, Руни и Решик. Как вы уже видите, не все игроки на своих позициях, но в этом и фишка. Да, фишка, все. А теперь поехали играть. Конечно же, будем играть в Division Rivals. Равная игра. Я не знаю, как достучаться до eSports, когда они уже сделают замены. Это же у нас... Сейчас посмотрим, кто будет моим соперником. Думаю, приблизительно такой же рейтинг. Так, Дефрел на Турама. Турам видит Барнеса. И Барнес просто... Просто... забивает гол. Давай, все легко. Подписку не забываем оформлять. Все, это последний раз, когда я напомнил об этом. Все, 2-1. Какой 2-1? Фух, из школы пришел только... Голова кипит, ничего не соображаю. Вот. Турам, Барнс, все, и это гол. Сюда под себя, подкрутка. Ну, гол. 2-0. Спокойно. Крутим, Вася. Я так себе и говорю после этих слов. Сам-то понял, что сказал. Точно голова не варит. После что... Это как пасхалка к следующему видео. Ну, вы узнаете. Ну, не следующее, может быть... через несколько видео там, посмотрим. Ну, соперник... Честно говорю, слабенький попался, поэтому, ну, тут как бы, ну, блин, ну... Кстати, я хотел сделать отдельный видеоролик про Дефрела, потому что, ну, назвать его мини-Неймар. В честь этого. Ну, типа, он очень крутой, потому что очень крутой. Мне... Блин, вот... Против бота всегда проходит. Всегда. Турам. Оп. Ну... Да, 5-0, как бы, ну, блин. Понятно, что игра не равна. А кто сказал, что в современном мире все играют по равным условиям? М? Кто сказал? Поэтому не надо тут ничего ля-ля. А еще одна идея, Кинфенва. Еще одна идея. Я записывал Кинфенву в 18-й части, в 19-й. И, возможно, вот еще и в этой, да-да. Обраточка. Так, сюда. Офсайд нет. Нет офсайда. Спокойно. Уху, шесть. Оп. Сюда. И сюда. И Барнес, просто беги. Все. Сюда, сюда. Оп. Оп. А! Все, лежа. Вы видели? Вынести хотел. Кстати, прикольный удар был, такой легонький туда, и вот, ну, надо было сразу забивать, конечно. Я не могу скипнуть это чудо. Бред. 7-0. Турамчик. Да. И... Ну, что ты делаешь? Да ёпта твою! Итак, следующий мой соперник с рейтингом 69. Опять.
проявление капиталистического общества. Неравного. Ну, мне как бы по барабану, потому что мне выпала более лучшая команда. Оп. Оп. 1-0. Просто, ну, это FIFA, что вам сказать. Повторчик Дефрел. Опа. Карлос. Ну, можно было финт сделать, но окей, в девятку. Так, так, сколько штанг? Сколько сегодня было штанг? Вот, напишите в комментариях, если считали, Дефрел, уже какой удар и в девятку. Отлично. Я кончил. Просто, серьезно. Нет, это реально просто. Это просто отдал пас на ход. Тот открывается в центр, ты ему пас даешь, все, гол. Нет, реально, очень достойный соперник. Тимур, иди сюда, сейчас болеть будем вместе комментировать. 87. Пока, прости. Он, так, Тимур, не мешай. Просто не мешай. Он играет хреново, но он из-за состава мне забивает. Ну все, иди отсюда. Просто давай спокойно. Вот смотри. В смысле лох? Ладно, вот спалим, это я выиграю сейчас, смотри. Ну это ГГ, все, дверь. Рамос по телефончику позвонил вам отгрузить немножко мячиков в девятку с головы. Дефрел. Ну тут все просто на самом деле. Просто финт и это с разворота. И ну, почему нельзя было в то... Не знаю как, но почему-то когда соперник со слабым составом, мои игроки играют как-то по-другому. Почему это? Я не знаю. Вот все просто, тут пару финтов. Сейчас, подожди. Оп-оп. Сейчас тебя начну. И рвется спасатель в бой. И сердце тревожно в груди. И Сталин... Такой пожилой. И я гол забиваю, да. Барнс. Турам. И гол. Почему-то мой голкипер так не тащил. Наконец-то. Турам. Ну, начал скрипеть на своей скрипульке, блин. На моей, кстати. Так, Турам, Дефрел сюда. На фланг. Сюда. Вот такая многоходовочка от Руслана. Хо! Ну, давай, чуть-чуть. Чё можешь-то? Ау? Чё можешь? Чё можешь? 5-0. Такой, оп-оп-оп-оп-оп. Ну, даже повтор смотреть не буду, потому что, ну, чё, это гол разве? Ну, это уже не футбол, а это... Ха, он думал, я буду бежать, а я оп, и до свидания. Социальная справедливость должна быть восстановлена, сказал Компартия. И сделал социальные льготы. Он повысил... Пенсионный возраст. Ну, оценили шутку, да? Ну, кто понял. Офигенное празднование. Пушка. Всем пока. Всем удачи, всем пока. Дорога к первому дивизиону, если вам
зайдет, зашел этот видос, то предлагайте, можно еще что-нибудь придумать.